Пока здесь случилось на моем старосторнадо. Прямо на грунтовой дороге. Ни с того ни с сего. Пиромерз и подседельный штырь. Естественно, что я упал. Хорошо травму не получил. То есть труба оказалась, наверное, очень тонкая. Может, от старости ему уже 7 или 8 лет. И не выдержал нагрузки. В результате я оказался на земле. Велосипед на земле. А седло в руках. Мы ставили сторону клога по метке. То есть, в принципе, мы правильно поставили. Прямо по метке, но это промарась труба. На багажнике никакого веса не было. Теперь придется идти заменять эту деталь. Нехорошая ситуация произошла. А если на большой скорости, то можно и травму получить от такого развала. Ну что ж, придется домой пешком идти. Такой оказии не ожидал.